Добрый день, господа. Сегодня у нас 24 ноября, 21 год, горнолыжка, Свияжские холмы, Казань. Открытие горнолыжной трассы, зеленая трасса работает. Время 11 с копейками. Техническая трасса неделю будет. Стоимость в 2 раза ниже, чем обычно. Вот первый, как говорится, наш забег, заплыв, заход. Все, всем привет. Спасибо за просмотр. Итак, потихонечку начнем спускаться. Пол горы прошли. Сейчас дальше будем идти. Рыжки идут сами, а мы за ними след. Погода, природа прекрасная. Сегодня около 9-10 градусов мороза. Музычка пока тихо играет, там для строительства. Отели печать, громят. В общем, все прекрасно. Свежий воздух, солнца нет, ветра нет. Все прекрасно.